Всем привет! Не прошло и года, я снова приехал в гости на семейную кухню. Сегодня я буду готовить крокеты из креветок. Что мне для этого понадобится? Креветки, петрушка, сливки, лук, чеснок, сливочное масло и мука. А для панировки нам понадобится яйцо, мука и панировочные сухари. И обжаривать мы будем все в рафинированном растительном масле. Первым делом мелко порежем лук. Нарезанный лук обжариваем на сливочном масле. Пока обжаривается лук, нарежем мелко чеснок. Лук обжарим до золотистого цвета. Лук начал золотиться, добавляем чеснок. Добавляем муку на сковородку. И обжариваем минутку. Мука хорошо обжарилась, добавляем сливки. Подсаливаем. Если у вас есть мускатный орех, добавляем немного. Масса загустела, можно выключать огонь. Теперь подготовим креветки. Их надо почистить. Конечно, лучше всего иметь маникюр и длинные ногти. Тогда чистить креветки намного легче. Сейчас я тебе помогу. Очищенные креветки нарезаем мелко. Перекладываем в глубокую посуду. Осталось нарезать петрушку. Отправляем креветкам зелень. Остывший лук и сливки выкладываем и тщательно все перемешиваем. Получился однородный фарш, из которого мы будем делать крокеты. Смачиваем руки водой, чтобы не прилипало тесто, и формируем крокеты. Подготовим кляр. Взбиваем яйцо. Подсаливаем его. Крокеты обваливаем в муке. В яйце. И потом в сухарях. Подготовленные крокеты обжариваем в разогретом масле. Обжариваем до золотистого цвета со всех сторон.
поджаренные крокеты вытаскиваем из масла. Вот такие красивые крикеты получились. Я надеюсь, они вкусные. Но мы сейчас попробуем. Вот что получилось внутри. По вкусу пахнет, конечно же, креветками. По вкусу, по запаху. Очень вкусные и сочные крикеты получились. Поэтому, если вы хотите удивить свою женщину, приготовьте это вечером. И под бокальчик вкусного вина вы весело проведете время. Вот. А я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока!